когда же оно выйдет? Пока что никому не известно. И, скорее всего, это произойдет внезапно. А может быть, никогда не произойдет. Я не могу точно сказать. К сожалению. 2.2 не выйдет никогда, потому что роб ленивый, как всегда. Вовремя он не выпустил сникпик, демонстрируя нам большой дикпик. Новые блоки, новые триггеры, новые фоны, редактор частиц, система аккаунтов и мультиплеер. Так много всего, но где же оно? Сколько видосов и новостей, кликбейтных названий и прочих вестей. А все потому, что 2.2 может не выйдет вообще никогда. Сникпик.